непростыми командами, да, учитывая их общую непредсказуемость, как бы. Как Днепр подходит к этим играм, к чему готовимся и чего ждем? Ну, любая игра для нас непростая, учитывая то, что мы редкую тренировку можем провести в полном составе. Вот по-прежнему у нас очень много больных, очень много травмированных. Бобров только начинает набирать форму, только начал 2 дня тренироваться. Закурдаев, Кравцов сегодня первая тренировка после небольшого повреждения. У Санона была микротравма после игры с Запорожьем. То есть такая вся команда на грани травмы. Вот. Но я думаю, что все равно ребята воспрянут духом и покажут зубы дома, покажут борьбу именно то, чем они могут играть. Шунделя нету, я так понимаю, что в ближайшие 2 игры не будет точно. У Шунделя очень серьезная травма, такая же, как и была у него первый подворот ноги, только теперь следующая нога пошла в ход. Подвороты серьезные, и отек, и синяк, и доктор делает все возможное, чтобы привести его в порядок, но на это нужно время. Спасибо.